При храме Рождества Христова прошел фестиваль по быстрым шахматам и русским шашкам. Открытие мероприятия состоялось на Аллее Героев и началось с молитвы и приветствия участников. Получив напутствие организаторов и благословение батюшки, участники распределились по видам соревнований. В мероприятии приняли участие более 120 человек. Дети и взрослые – это представители городских и районных шахматных и шашечных клубов, а также просто любители этих видов спорта. Такие спортивные фестивали не часто проходят при храмах, и мы попросили участников поделиться своими впечатлениями. То, что у нас проходит турнир на территории храма, это очень важно, потому что это вселяет в каждого человека, во-первых, это любовь к Богу, твердое убеждение в завтрашнем дне и, самое главное, это духовная поддержка, которая необходима каждому человеку в этой жизни. Знаете, мы не первый раз участвуем в турнирах и на краевом уровне где-то четвертый раз. Турниры проходят обычно на базе спортивных школ, шахматных. Но в этот раз мы очень рады, мы люди верующие, что турнир проходит вот именно на базе храма Рождества. Мы бываем в этом храме. Обстановка благодатная, благоприятная. И в этот раз и мы и помолились, зашли, конечно же, в храм сначала, а после уже, чтобы достойно выступить нам на турнире. Прибывая рядом с храмом, со спокойствием и радостью на душе, участники показали хорошие результаты. По итогам турнира определились 12 победителей по шашкам и 15 по шахматам. Завершилось мероприятие награждением грамотами, медалями и кубками. Но самый главный подарок – книги Святого Евангелия – победителям вручил настоятель храма Рождества Христова протоиерей Александр Игнатов и обратился со словами напутствия, в которых отметил, что игра в шахматы и шашки учит продумывать на несколько ходов вперед. То, насколько правильно сделан выбор шахматной комбинации и ход фигуры, зависит результат игры. Так и в духовной жизни, сделав шаг, важно прежде подумать о том, что надо избегать плохого, чем надо жертвовать и что будет потом. А то, что этот турнир проходил в этот раз при храме, это еще раз возможность задуматься о том, что Бог есть. И что храм этот построен в честь славу Рождества Христова. И я надеюсь, что этот турнир не последний. Мы всегда будем рады видеть вас у нас в гостях. И не только за шахматными досками, но и, конечно, в храме за молитвой. Советую вам, каждое воскресенье, как сказал Бог, 6 дней трудись, играй в шахматы, учись, слушай родителей, но в 7-й день Господу Богу твоему. Это заповедь Бога.